Ну, наконец-то! 12 ноября во всех работающих кинотеатрах России, Беларуси и Казахстана непосредственно Каха. Как ты Руслана обгонять собрался? У него же гоночная машина. Пока не знаю, братан. Короче, в следующую субботу просто на стрит не поедем и все. Ты че, гонишь? Я же слово дал, это не по понятиям. Каха! Здорово! Ну что, мы встаем послезавтра или ты передумал? Давай встанем! Я никогда от своих слов не отказываюсь! Или ты сомневаешься? До встречи! Да я походу встрял, да? Потому что все из-за тёлок! Она не тёлка! Каха, если ты не обгонишь его и не выиграешь, тебе проще застрелиться. Если сверху еще воткнем турбину, поедет хорошо. Сколько бабок надо, скажи? 200 тысяч. Какой я нефартовый! Так что ты с ним из-за меня зарубился? Влюбился. Нет, говорю! А ты о чем мечтаешь? Я хочу стать президентом мира. Ты смешной. А ты слепая. Поцелуешь меня? Музыка, по-братски, помоги. Все, что вынесем, пополам попилим. Доктор сказал, что можно сделать операцию, и она сможет видеть. Не хватает 200 тысяч. Какой ты мне брат? Ты на девочку повелся? Тьфу на тебя! В моем кругу тебе места больше нет. Вот так вот в этом городе дружат, брат. Ты же хотел снять, как все на самом деле. Тут что это? Не знаю, банка в море плавала, я подобрал. Обстановка по кайфу. Мне непосредственно Каха звали. Если их мусора повяжут, я их всех сдам. Кого ты ждашь, брат? А что я ей ответил? Останови ее! Стой, сука! Да не так, дебил, не так! Добрый вечер, Софочка. Это же моего брата, шакал! Пойдем, пойдем, пойдем. На что способна Бэшка, мы знаем с завода. А что может вытворить на трассе копейка, хрен когда угадаешь. Это Сочи, Кахи и Серго. Обстановка по кайфу. Ты что такое? Это мы кино снимаем. Камер не брал. Братан, не обессудь. Я тебя не боюсь.